трагической гибели. Мне повезло, я общался, был знаком с покойной Зоей Петровной, наверное, легендарной мамой такой, про которую Круг спел массу своих песен. Очень дружим до сих пор с его родной сестрой Ольгой Владимировной Медведевой. Бываем у них в гостях, и на какие-то юбилейные даты они нас иногда приглашают в Тверь выступить. Ну, юбилейные даты я имею в виду, естественно, о Михаиле Круге говорю. Вот. Просят они нас спеть, разумеется, песни Михаила. Но в силу того, что мы чуточку такой, ну, точно не приблотненный вариант шансона, поэтому мне пришлось взять несколько песен Михаила и их чуть-чуть переаранжировать, то есть подвести их как бы под наше исполнение. И вот одна из этих песен, давай поговорим, для вас.
Михаил Владимирович Круг. Слова и музыка Михаила Круга. Давай поговорим. Ну, еще одну песню. Спасибо большое.